Амичкам вручили награды за воспитание детей и успехи в работе. Выдающихся жительниц области поздравили в региональном правительстве накануне 8 марта. Награды получили 18 человек, среди них женщины, которые добились успеха в сферах культуры, управления и надзора. Им вручили почетные грамоты. Поздравления принимали и многодетные мамы. Их наградили медалями «Материнская слава» за воспитание 5 и более детей. Отмечу, что в Омской области этими наградами удостоены больше 1000 женщин. Одному, мне кажется, ну я не представляю, например, если бы был бы один ребенок, даже какое-то общение или какое-то даже вот семейное что-то, вот чем больше, как бы лишних нету.